Меня зовут Светлана, мне 48 лет. У меня есть все, но есть одна проблема. Я живу одна. Вышла замуж первый раз. Муж через 4 года начал выпивать. Разошлись. Со вторым он был намного старше меня. Мы с ним, он тоже начал выпивать, тоже разошлись. Ну и был молодой человек, который... Ну, спустя 2 года я поняла, что он употребляет наркотики. То есть, почему я притягиваю таких мужчин? Что происходит? Что я делаю не так? Надеюсь, что с помощью программы «Снимая маски» я решу эту проблему и встану на новый путь своей жизни. Уже не одна, а вместе с новым своим мужем. Расскажи, пожалуйста, о своих родителях. Они живы-здоровы? Папы нет уже, мама жива-здорова, да. Но разошлись, как бы, мне было 14 лет. Папа тоже выпивал. Выпивал, то есть мама уехала, мы в определенный период разделились. Сестра осталась с папой, я уехала с мамой. Как ты пережила развод родителей? Очень тяжело. Когда приходишь домой, папа, ну, выпивал. Ну, как бы получалось, что это, допустим, мог недельку попить, потом не пить совсем. То есть это было такими периодами. И... Он пил до этого, и это стало причиной развода? Я думаю, да. Как бы получилось, что он выпивал, руки распускал тоже. Как бы, вот, я вот думаю, не в том ли кроется причина. Что сейчас с тобой происходит, когда мы об этом говорим, и ты вспоминаешь этот период? Мне больно. Как эта боль сейчас проявляется у тебя? Ну, мне в теле? Хочется плакать. Я прям проваливаюсь в тот момент, и как бы тяжело. Я ощутила себя той девчонкой, да, которая в 14 лет, и вот этот вот серый мир, все вокруг люди потухшие, все такое. В сером цвете, так скажем, в душе темнота, и вот это вот ощущение я снова пережила. Все-таки это давно было, как-то надо же отпустить. Все равно они нам дали жизнь, родители, между собой сами должны разобраться, как бы. А мы дети, слава богу, характер у меня отцовский, я ему очень благодарна за это, потому что я, как бы, у меня сила воли, дух, это все его передалось. Но к алкоголю я отношусь не очень. Я правильно тебя слышу, что тот период времени тебе... Ну, дышим, да? Я вижу, что тебе трудно про это говорить. Трудно. Да. Я слышу, что тебе в тот период времени очень тяжело пришлось проживать и смотреть, как папа тоже с этим справлялся. Что ты наблюдала? Какого мужчину ты в нем видела? Ну, я в нем видела одновременно доброго человека, который нас мог обнять, сказать: девчонки, все будет хорошо, начнем жить по-новому. То есть всегда как бы открытый, добрый, но когда выпивал, то есть бывал такой в ярости, мне не хотелось идти домой. То есть я не хотела дома находиться, в принципе, вообще. Меня сестра легко переносила, а я не могла. Я приходила в школу, у меня не получалось с уроками, у меня не получалось дома что-то. Ну, отпускали сроки, в принципе, тогда еще 13 лет мне было как раз. То есть это было ощущение какое, каких чувств, какой себя? В этом контакте с папой? Ну, разбитое. Какое-то состояние было, что я не могла его таким принять. Хотелось поплакать. Было чувство закричать, заплакать. Пытаюсь сдерживать себя. Пыталась себя сдержать. Как будто не отец это был рядом. В тот момент казалось, что это совсем чужой человек. Ну, это не чувство, да, мы знаем про то, что как будто чужое и так далее. Что ты испытывала к отцу в этот момент, когда он был такой? Ну, наверное, ненависть. Потому что она немало шла, когда уже разошлись родители. Это чувство меня сопровождало приличное время, потому что у нас еще с ним был конфликт не раз после этого. Я была такая же, как он, потому что он говорил всегда «глаза», и я тоже говорила «глаза», а ему, видимо, это не нравилось. Говорил всегда, что ты как я. Поэтому мы, наверное, с ним как-то...
Что сейчас с твоими ощущениями в теле, когда ты говоришь про ваши отношения? То есть очень много такой зажатости, да, какой-то такой... Какое-то среднее состояние. Много зажатости нету, скованность есть. Что ты удерживаешь? Удерживаю? Ну, хочется об этом кричать. Угу. Хочется сказать громко, чтобы все услышали, что родители... Кто особенно тебя должен услышать? Ну, вообще, больше всего мне хотелось бы, чтобы меня услышали мои дети, мой сын, в частности, что отец – это очень главная голова семьи, и что от него зависит очень много, как от мужчины. Поэтому я всегда им проговариваю о том, что папа и мама должны быть у детей вместе. Кто должен был быть тебе хорошим, таким качественным отцом? В смысле, образ какой? Или качественный отец, в принципе, не знаю, почему-то мне кажется, что он не должен так выпивать. У него было все. Он нас водил в кино, он с нами гулял в парках, он нас водил на карусели, в цирк. То есть это была его, в принципе, процедура. Вот это вот какой-то культ какой-то к нам. Он нас приучал к культу какому-то. А вот когда он выпивал, то есть это просто перечеркивало, наверное, тогда все. Сейчас это понимаешь, когда его не стало, и понимаешь, что неправильно я себя вела, потому что это был его выбор, это родители, и я не должна была с претензией к нему с такой, да, что ты не прав. Возможно, они были оба неправы, и как бы я с такой обидой жила, когда его не стало, немножко ее отпустила и думала, что я совсем отпустила, но, видимо, нет, раз у меня такие мужчины опять. В чем похожи эти мужчины, которых ты выбирала и которые были с тобой? Чем они похожи с твоим папой? Ну, вот, наверное, мой муж, который, сын от которого, да, он, в принципе, работящий был. У него, от него пахло так же, как от отца, заводом, лесом, да. Высокий тоже, стройный. По дому он мог делать все, как и отец, да, варил, готовил. Ну, и, соответственно, выпивал. А второй муж, это, получается, он... Был такой спокойный. Вот он, наверное, больше роль отца играл. Он нас всегда успокаивал, там, допустим, если я где-то кипишевала. Всегда все рассудительно говорил. Он чувствовал, где мне надо помочь. То есть мне надо было его ни о чем просить. Папа – это родительская фигура, да? То есть это мужская фигура, в контакте с которой мы приобретаем опыт. Да? Опыт контакта с мужчиной. Здесь нам становится понятно, какой должен быть образ мужчины. Да, и мы его тащим в свою реальную жизнь, уже взрослую, да, мы приносим этот контакт, эти отношения, и начинаем выбирать партнера каким-то способом похожим, да, да, на своего родителя. И иногда мы выбираем партнера, с которым мы можем себя аналогичным способом, как с папой, вести, и здесь разрешено. Вот чего тебе с папой нельзя было сделать, а с мужем, который пьет или там наркоманит, да? Тебе можно было. Ну, папу же не скажешь, что я ухожу от тебя, да? Отлично, да, молодец. А тут можно было папу покинуть, да? Да, папу не покинешь, как бы тут было, да, ответственность все равно. Это твой родитель, как бы там ни было. Подожди. Это твой родитель, а где, что здесь про ответственность, про твою? Ну, потому что, как сказать, все равно же мы были девчонки. Так. И на нас была какая-то ответственность по дому. И когда, допустим, была такая ситуация, что дома приходилось ведь и прибрать, и убрать, и у меня потом какое-то время еще было такое, что какой-то вот этот ряд вот этого вина, которое стояло в бутылок, да, мне хотелось их спрятать, убрать, чтобы они мне на глаза не попадались. Я потом долго времени, как бы, вот для меня придешь кому-то, если стоит, допустим, у кого-то эта бутылка вина возле, допустим, мусорного ведра, да, она тоже на меня производила сразу это воспоминание, что папа выпивал вино. Очень осторожно хотелось, да, обращаться с тем, что происходит с Светланой, с героем, потому что очевидно было, что даже вот в какой-то момент, да, там пошли какие-то очень сильные чувства, переживания в этом подростковом возрасте. Здесь очень много намешано, и понятно, мы и заранее проговорили, что будут какие-то вещи, куда дальше мы не пойдем.
И мы должны понимать, и как бы и зрители, и мы, что в рамках этого проекта мы все равно в некоторых, да, таких ограничениях, потому что самое главное в этой работе – это быть бережным. Я услышала, когда ты сказала, ну, как бы, да, ответственность. То есть там, в 14 лет у тебя уже была ответственность за папу? Ну, наверное, не совсем за папу, но было такое ощущение, что было жалко его оставлять. Какую здесь ты роль выполняла для своего папы? Родительская фигура, детская фигура или взрослая фигура? Какой ты была для папы своего фигурой? Ну, наверное, детской. Детской, как ребенок. Угу. Ребенок, который смотрел, сколько у папы баночек вина, бутылочек вина, и контролировал это все? Ну, наверное, тот, который постоянно говорил ему: папа, хватит, папа, остановись. И он как бы: да, девчонки, да, потом: спасибо вам, что вы у меня есть, ради вас я вот остановился. То есть, наверное, какая-то поддержка была для него. Я, как сказать, он пытался выбраться из этого состояния быстрее, да, что девчонки же у меня. Это очень похоже на позицию, да, такого спасения, что ли, да? Да, да, именно так, спасение. Ему было комфортно то, что он шел домой, допустим, да, угу. И понимал, что его дома ждут, и что он не один. Он очень сильно боялся всегда одиночества, это я точно знаю. Мне очень не хватало всей семьи, которая была у меня, которая распалась. И это для меня сыграло очень негативное отношение. Наверное, может, даже и к мужчине, потому что как только мужчина начинал пить, мне хотелось просто его бросить и уйти. Как тебе было, когда ты выполняла эту роль? Тебя это устраивает? Вот сейчас мы говорим про это. Тебя это устраивало? Меня? Угу. Должен ли вообще ребенок это делать? Ну, вообще, наверное, нет, потому угу. что я, как сказать, получилось, что я опекала, да, больше, так. а не меня опекали. Вот так. тут получается такое, что как бы мне казалось, что я уже тогда стала какой-то самостоятельной, потому что я понимала, что если я сама себя сейчас не организую, то это никто не сделает, потому что раз вот этот развод так повлиял на родителей, да, что потерялись как-то. То есть родители потерялись? Да, да, да. Пока и тебе пришлось да. стать очень быстро, да, да такой получается спасателем, так. да, спасать не только себя, но и всех вокруг. Да. Правильно слышу? Да, да, да. Хочу от этого избавиться, потому что мне до сих пор есть такое помочь всем, сама я себе помочь никак не могу. Мне до сих пор, наверное, оттуда тянется. Как с мужчинами в этом контексте? Ты их тоже спасаешь? Ну, я думаю, что тоже, да, есть, потому что я очень поддерживаю, очень много беседую. Я никогда не замыкаюсь, что делают чаще всего мужчины, да. Я всегда стараюсь, допустим, если какой-то конфликт или просто какое-то недопонимание, молчание, я пытаюсь вывести на разговор, чтобы мы проговорились, что не нравится, что не так, что можно поменять, что можно применить, да, для того, чтобы мы сохранились. То есть я стараюсь, мне так кажется, что да. я стараюсь сохранить свои отношения до последнего. Жалко, конечно, потерянные годы, потому что ты же думаешь, что ты очередной раз и уже навсегда. Это будет до конца. И поэтому немножко чувствуешь разочарование, но... Вот за этим разочарованием, которое ты проговариваешь, да, сейчас, угу. какие это чувства за разочарованием? И похоже, что ты до сих пор, да, через контакт с мужчинами пытаешься спасти. Возможно, да, есть такое чувство. У меня получается, что да, я спасаешь папу, да. все еще. Да, да, да. Скорее всего, правильно сказали. Одним словом, вокруг да около ходим. Ну, ты так искусно это все рационализируешь, да, закрываешь, объясняешь, говоришь, они хорошие, там, да, и он хороший, папа хороший, и мужчины, да, вот они столько для меня. Там кто-то сделал столько, кто-то столько. То есть ты так все это аккуратно закрываешь, но по сути ты продолжаешь в контакте с мужчинами мужчин спасать. Правильно? Ну да. А да. спасаешь в конце концов все еще да, видимо, отца. Потому что реально мы последний раз разошлись, я смеюсь сама про себя. Думаю, кто следующий, кого я должна спасти? Я бы, наверное, все-таки выяснял,
как быт у них происходит. И не в разрезе ее проблемы я бы поговорил, а в разрезе, в принципе, ее взгляда на мир, как она привыкла решать проблемы, может ли она там отпустить эту проблему и забыть о ней, либо она занимается вот этим вот постоянным прокручиванием этой проблемы, как она относится к неидеальности, по ее мнению, что вот не должен быть человек такой, а должен быть вот такой, там, ты должен держаться, а я не должна была терять. Вот про эти бы долженствования я бы поговорил. И это не одной встречи обсуждения, далеко не одной, потому что достаточно размытый запрос. Что со мной не так? Почему мужчины мне достаются алкоголики? Давай мы посмотрим, кто следующий. Как? Мы просто сейчас понимаем, да, и надеюсь, ты понимаешь, что до сих пор отношения с партнером выстраиваются через контакт с папой. Представим себе, да, вот, что это твой папа. И это все ваши темы, да, все твои там с 14 лет, а может быть и раньше, все, что между вами там было, и он пил, и мама там как-то на это реагировала. И очень-очень много чувств у тебя по этому поводу. Да, и представь, что это фигура отца. А здесь, вот здесь, на моем месте сидят все мужчины, которые только могут быть потенциально с тобой. И они где-то все там, да, среди всех людей земного шара. Вот если ты смотришь на этих мужчин или на этого мужчину, с которым ты сейчас в контакте, через призму отношений с папой, ты видишь этого мужчину? Ну да. Вижу. Что ты про него видишь? Высокий, прибранный, аккуратный. Знающий того, чего он хочет. Сейчас есть с ним контакт, когда ты про это говоришь? Думаю, да. Похоже ли это на то, что ты бы хотела, чтобы это был, чтобы отец был таким? Ну да. Сильным. Да. Принимающим решения. Да. Да. Хотелось бы. То есть это ожидание от этого мужчины, правильно я тебя понимаю? Да, ожидание такого мужчины. Ожидание такого мужчины, да, который будет сильнее меня, сильнее меня во всех отношениях. Чтобы он был мне как кем? Я хочу от него равного отношения. А что от этой фигуры? Потому что здесь как будто не разлепляется тебя. Разлепляется? Не разлепляется. Вот смотри, если я отодвигаю эту фигуру сейчас. Это все родитель, ты его так по-прежнему не видишь, да, не замечаешь. Что сейчас здесь ты видишь? Ты его лучше видишь, этого партнера? У меня ощущение, что он тебе вообще стал неинтересен. Ну да, как-то так получилось. Да, получается. Да, что он неинтересен. Чувствуешь, да? Да. То есть как только уходит фигура отца, здесь тебе становится неинтересно. Да, сразу как-то потерялась. Фигура у меня отнеслась, честно говоря, не совсем положительно, потому что мне было тяжело через фигуру понять то, что от меня хочет Надежда. Но я как бы все-таки в конце с ней дошли до того, что эту ситуацию, этот образ мы должны отодвинуть. Тут я уже в самом конце поняла, для чего это, что это и как это работает. Поэтому как бы вот тот момент, когда мы отставили фигуру на стол, у меня вот произошло что-то такое, что да, как бы образ, видимо, сдвинулся. На этом месте, на месте этой фигуры могло быть все, что угодно. Это могла быть ладошка, это мог быть листочек, это могла быть карта, все, что угодно. Это все проективные методики, да, где мы с помощью предметов, объектов каких-то пытаемся обнаружить, да, а что же мы сюда положили в этот контакт, да, с кем мы сейчас выстраиваем эти отношения. Это все проективные методики, элементы терапии, которые помогают человеку немножко отстраниться от того, к чему он уже привык. Ну, просто наблюдай внутри себя, что оказывается, несмотря на то, что
ты ищешь мужчину, да, или хочешь построить отношения с каким-то потенциальным партнером, что все время есть к нему ожидания, как к родительской фигуре, угу. который должен закрыть какие-то твои дефициты. Угу. И когда даже ты снимаешь эту проекцию в силу там, своего понимания, что происходит, да, и так далее, то мужчина может становиться неинтересен уже, как мужчина. Ну да, есть такое. Есть такое? Да, прям в точку. Когда мы признаем, да, что вся причина во мне, мы здесь можем брать себе, ну так скажем, взрослость, да, присваивать угу. себе вот эту взрослость, брать себе ответственность за то, что я могу каждый раз, когда думаю о мужчине каком-то, да, или хочу пойти в контакт с ним, я просто должна как бы, да, для себя снять все ожидания угу. от этого контакта, да, да. который вот сюда направлен. Угу. И вот здесь куча претензий, незавершенности, и с этим что-то надо сделать. И идти напрямую. Перестать его спасать, потому что когда мы спасаем, мы таким способом человека, ну, лишаем его возможности, лишаем его потенциала угу. для роста. Угу. И остановимся с ним на равных и выстраиваем этот контакт как-то иначе. Отодвинули. Сместили. Да. Сняли проекцию отца угу. со всех мужчин, которые могут угу. попасть тебе угу. в поле. Угу. Эту работу мне достаточно тяжело оценивать, поскольку это скорее было самокопание, нежели работа какая-то. Пациентка самостоятельно занималась самокопанием достаточно много лет. Отчего это у меня, почему, что во мне не так, что с ними не так. Ну, много вот этих философских очень вопросов глубоких, на которые, к слову, нет ответа. А теперь она делала это со специалистом при помощи разных терминов, фигур, там, каких-то схем. И по факту этот весь процесс превратился в то, что пациента наделяли гипотезами под обличием фактов. Вот пил же отец, значит, ты спасаешь мужчин на основании чего? Как гипотезу рассмотреть, ну, вполне себе жизнеспособно, действительно напрашиваются такие параллели. Но где доказательство того, что и это именно так, и что именно в этом направлении нужно работать? Как ты думаешь, что тебе поможет перестать включаться в это спасательство, да, и искать себе все время вот такую фигуру ВКонтакте, которого нужно будет спасать? Что мне поможет? Мне поможет надо просто что? Ищи свой способ. Да, надо просто, наверное... Конечно, слова не могу найти. Наверное, надо просто спасти себя сначала. Отлично. И тогда все вокруг спасутся. Да, да, да. Это то, с чего мы с тобой вначале еще до включения камеры говорили, да? Да. Да. Сместить фокус на себя. На себя, да. Надо на себя спустить. Я не могу его сместить, у меня с этим проблема. Угу. Я стараюсь. Потому что если я перестану кого-то спасать, и тогда здесь появляется, да, как же я, потому что спасатель, он всегда ищет как бы, да, обратной связи, угу, там, похвалы, угу. внимания или еще чего-то. Да, это внимание себе, угу. сама, да, то есть спасать себя, потом всех остальных. Угу, угу. И на это свое качество новое, да, притянуть уже более качественного мужчину. Угу. Не ущербного, которого нужно будет все время спасать. Мужчина, который будет в контакте с тобой в равном. Угу. Да, ну вот какая я, такой притянется ко мне. Угу. Как бы это банально ни звучало, да, но это так, скорее всего, и будет работать для тебя. Сосредоточиться на себе надо, да? Ну да. Чувствуешь, да, эгоизм? Да. Классно? Как да. тебе с этим эгоизмом? Ну, хорошо, комфортно. Угу. Да. И тело сразу так раз. Да. Хорошо, не надо очень сильно напрягаться, да, угу. там, погибать. Потому что спасатель спасает, чтобы да, погибнуть, а потом ему построили памятник. Никто ему ничего не построил. Угу. Хорошо, Свет, в конце нашей встречи, я не могу тебе не предложить, хотела бы ли ты снять маску сейчас? Ну да, после нашего разговора. Я не
ничего не ожидала конкретного, что вот сейчас должен обязательно героиня снять маску. Нет ожиданий никогда у меня от результатов. Ей стало комфортно, и она позволила себе открыть лицо. Хорошо, то есть она, по сути, соединилась со своими процессами, да, и разрешила им быть легальными, да, открытыми. Но это уже тоже хороший шаг внутренний. Я не знаю, как дать прогноз в этом случае, поскольку у меня большой вопрос. А что такого там происходит, что человек, мужчина, жил, там, давайте условно, там, до 40-50 лет и не пил, как мы выяснили, некоторые там, из ее партнеров не пили, начали с ней встречаться, начали пить. Мне бы хотелось узнать, как у нее быт, как они решают проблемы, какие у них привычки есть в разговоре и вообще, в принципе, в поведении. То есть где-то собака порылась. Надо узнать, где, и тогда будет какой-то более-менее вменяемый прогноз. Бесперспективных людей нет. Всех можно вылечить. Я думаю, что прогноз, если она будет работать с этой темой, то будет все классно, иначе это сместится на сына, да, то есть вот эти ожидания, они туда сбросятся, и тогда сын станет идеальным, и папой, и все туда сольется. Вот если не пройдет этого смещения, а все-таки героиня задержит внимание на себе и начнет что-то внутри себя менять, тогда прогноз будет отличным. Такая проблема существует у многих женщин, да, и мне хочется открыто быть самой открытой, потому что, ну, я такая же, как все, также прохожу через какие-то ошибки большие и трудности, которые преодолеваю, не сдаюсь, иду дальше. И когда сняла маску, мне показалось, что я другой путь стала, наверное. После снятия маски мне казалось, что я все, с той жизнью покончила, я пойду какой-то другой сейчас дорогой.